18 декабря прошла торжественная церемония открытия сквера памяти. Он расположен напротив редакции газеты «Зори» и посвящен редакторам и журналистам издания, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли глава района Адам Джарим, главы поселений, работники администрации газеты, а также ветераны района журналистики. Сколько память жива, сколько живо человечество, мы эти страшные годы никогда не забудем. Поэтому низкий поклон живущим ветеранам. Светлая память тех, кто положил головы ради нас, ради будущего, ради наших детей и внуков. И пусть всегда на нашей земле, нашей великой родине, будет мир и согласие. Сквер заложили еще в апреле 2020 года вместе с сотрудниками парка имени Пушкина. Всего высадили около 20 хвойников и установили огромный камень. Именно он впоследствии стал монументом «Камень памяти». С благодарственным словом выступила главный редактор газеты «Зори» Ольга Бондаренко. Благодарна моему коллективу за то, что поддержали идею, за то, что помогали во всем, все, что мы сделали, можно сказать, и своими руками. И мы рады, что вот та информация, которую мы собирали по крупицам наших ветеранов, вот, которых мы увековечили, что она останется. И я надеюсь, люди, которые приходят сюда и с интересом читают, им это тоже нужно и интересно, вот как Анатолий же говорил про память поколений, вот она останется. Всего на камне памяти написаны имена 16 фронтовиков, работавших в газете «Зори» во времена войны и после нее.